от Темре, я начальник отеля Гестерлеш. Нам очень приятно здесь вас видеть с нами. Начало здесь по поводу отеля, все главные информации расскажу. После этого с вами два разных категории номер будем смотреть. По поводу номера все там расскажу. Барут Кемер или Барут Групп. Знакомы? Конечно. Что знаем? Хороший отель, семейный. Спасибо. Дальше. Значит, мы пока конкретно не знакомы с вами. У нас общие 12 отелей. Последние 48 лет занимаемся туризмом. Кроме отельной работы у нас никаких других бизнес нет. Где наши отели? Сидер, Манавгат, Лара, Анталия, Фетие и Кемер. Кемер последние 4 года работает. Раньше здесь был другой отель, может помнить, я не знаю. Кемер Резорт. Кемер Резорт? Да. А последние 4 года здесь Барут Групп работает. Как раз Барут Групп купили это в отеле, здесь серьезно начинают делать реновация. А первая реновация где был? Который мы сейчас где находимся? Итальянский в алакарт ресторан и терраса. Мы все алакарт концепт поменяли. Раньше здесь был 5 алакарт ресторан, теперь 4. Ну, можете сказать, раньше было больше, а теперь меньше, как так? Да, так, почему? Теперь для каждого алакарт ресторан свои отдельные кухни есть. И свои отдельные террасы есть. Из-за этого сервис очень быстро, помещение тоже больше. Какие алакарт рестораны есть у нас? Итальянский, ливный, турецкий и азиатский. Наши в отеле все алакарт рестораны бесплатно. Если ваши гости сюда приезжают на неделю, каждый ресторан по одному разу возможно будет записывать. Если они сюда приезжают на 2 недели, еще одному разу можно будет записывать. По поводу алакарта вопрос есть? Вот. Реновация. 2 снег-ресторан. Налево и направо сторона. Налево сторона кумсал снег-ресторан. Направо сторона пиццерия снег-ресторан. Они начинают работать 12:00 часов. Меню на столе и все там бесплатно. Как алакарт ресторан. Только резервация не нужна. Без резервации, люди туда ходят, как алакарт меню смотрят, что желает, заказывается, и сервис будет на столе. Я как другие отели, нам не нравится, когда будет снег-ресторан, люди на руках тарелок туда-сюда, это нам неприятно. Из-за этого там тоже сервис, как алакарт ресторан. Главный ресторан, это поздно завтрак, наш мой снег есть. 3 бара есть. Лобби-бар, после реновации новый. Пул-бар, после реновации новый. Лобби-бар круглосуточно работает. Пул-бар утром 10, вечером до 12 работает. И наш новый клуб ночью 12 часов открываемся, до 2 часов работает. Наши в отеле все бар и рестораны свежие, офисные, сок есть и бесплатно. Вопрос? Пока не. Хорошо, так, да, продолжаем. Анимация. Днем у нас софт анимация программ, но это софт, это не значит пустой или ничего не будет. Спортные активности. Какие? Дарт, боча, теннис, стульный теннис, футбол, баскетбол, акваэробик, ватерполо и все остальное. А вечером, каждую неделю, 5 раза сюда приглашаем профессиональный шоу-группу. Каждую неделю. Дэвид Трицит в амфитеатре начинает шоу, после этого афтер шоу, диджей парти или живая музыка. Одиннен диджей парти, следующий живая музыка. Каждый 2 недели один раз, гала ночью, обязательно. Активите передачаю. Извините, сегодня я устал, у меня сегодня веществовая группа. После повтора я сам серьезно начинаю забывать. Кинотеатр есть бесплатно. Каждую неделю новые фильмы, которые покупаем. Язык оригинальный, английский. Перевод будет на русском, немецкий или турецкий язык. Наша отеле фитнес-центр есть бесплатные услуги. Также аэробик зал бесплатно работает. Только есть, которые для активити платные услуги, игровая зал. Там что есть? Боулинг, бильярд, компьютерные игры, PlayStation. Ну, мы
попробовали там бесплатно сделать, но когда бесплатно сделаем, дети mm-hmm. никому играть не дают. Из-за этого мы такие маленькие цены поставили, что 2 евро, 3 евро, 4 евро. Пусть взрослые люди тоже спокойно могли бы играть. Wi-Fi везде, номера и территория, бесплатно. И бесплатно. Самое главное, работает. Мы два мужчины резервации принимаем. Два мужчины может отправить, 2-3, проблема нет. Мы свои гости доверяем. Ну, конечно, если они будут себе вести спокойно, будем очень рад. Хорошо? Хорошо. У нас они тем более ведут себя спокойно. Да. У нас их мало в Украине. С такими девушками. Да, комнаты. Дальше. Сейчас для вас самая главная информация. Последний реновация когда был? В этом году. Да. Есть она. Да. Есть. Это что? 15 дней назад. Реновация когда да, была? Последняя реновация. В 2018 году. Это отель новый. Где была эта все реновация? Наша в отеле теперь стандартный номер нет. Делюкс? Самый минимальный категорий суперриор. Крытый бассейн новый. Двойственник ресторан новый. Главный ресторан новый. Там вам понравилось? Да. Посмотрели, да? Там стол нет. Стильно очень. Кресла или диванчики. И групп отдельно. Почему так сделали? Мы хотели там чувство было как а-ла-карт ресторан. Обычно, когда в главный ресторан заходим, я весь ресторан вижу. Правильно. Все люди друг друга видят. Да, да. Официанты как работают, туда-сюда ходят. И все остальное толпа бывает видно. Правильно? Да, да. Из-за этого мы там постарались, там как люди себя чувствовали, как а-ла-карт ресторан. Удобно был, комфортно был. Они долго могли пообщаться со своими друзьями и дальше. Реновация. Крытый бассейн, я сказал. Два ресторана. Снег ресторан сказал. Главный ресторан. Знаете, это все, которое открыто возле бассейна. Площадка. Тоже была после реновации. В прошлом году наши в отеле, который света была желтый, шампанский. Это тоже поменяли. Теперь серебро и бель. Вопрос? Пошлите территорию и номера смотреть. Еще по детской концепции, если можно, что предоставляется супер, спасибо, это меня помнили, потому что я забыл. Berry Star Concept, знаем? Berry Star. У вас есть ребенок? Да. Да. Год, два годика? Четыре. Четыре. Ну, когда был два годика или годика, если бы ехали от, что нужно было перенести? Колясочки. Дальше? Бутылочки. Дальше? Горшок. Горшок, да. Да. Я сейчас очень горд скажу. У нас есть. И мы это все бесплатно отправим. Почти 14 материалов есть. Гости, когда будет сюда путевка покупать, через вас, через туроператы, или через наши электронные сайты, или через веб-сайты, или если даже ничего не сделают, через ресепшена, Berry Star Concept может попросить, мы это номера будем отправить. Да, если у вас есть ребенок, пожалуйста, вещи, лекарства. Больше ничего нет. Все, здесь есть. Идем номер. Да. Два категории номер покажу. По поводу номера и все, детали там поговорим. Хорошо? Еще территория. Здесь рядышком Orange County. Тусовочный молодежный отель. Ну, вот сама территория отеля Барутки Мир. Барут сетка отличная. Лично я в Барутки Мире не был, был. Жил в Барутки Мира. Мне очень понравилось. Но тот только что мы кушали, это бесподобно. Это мясо, это миги, салаты, это овощи, сладости, клубника. Нереально красиво. Ребят, всем рекомендую лично. Вот такая территория у меня. Очень красиво. И горки три есть. Территория компактная, небольшая, но опять шикарно. Все, всем пока, с вами был Вячеслав Мазмов, руководитель компании «Горячие туры». Дальше будет.